Чего? Ой, давно не снималась. Надоедает ошейники. Ну, это доело, да. Ты тут два уже одета. Два одета и оба доедены уже. Я не знаю, скоро. Я на тебя большой еще одену. Чего отворачиваешься? Стыдно? Нет, стыдно? Скажи, мне не стыдно. Глаза-то отводишь. Стыдно тебе, нет? Скажи, мне не стыдно. Мне нормально, скажи. Глаза тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мозочка, что ты тут? Уже набедила. Блин, ты уже хлам будет все. Ужас. Толстый живот. У нас что-то, по-моему, это... Чего? Животные, как негры в Африке, не доедают. Животные не доедают. Ну, скажи чего-нибудь. Ну, скажи. Скажи, буду молчать. Как партизан будешь молчать? Да. Или уже не болит? Да, ну и не болит, скажи, давно уже. Скажи, и не болел? Скажи, у меня только голова тюкнутая немножко, да? Да, уже голова прошла. Голова уже не болит. Ну, сам говоришь. Да, и хорошо, заживо, ладно. Чего там смотреть? Все затянулось. Ну, еще не все, чуть-чуть осталось. Не притворяйся, чуть-чуть осталось, все, уже все прошло. Так отпустите меня в Гималайи. Патрикена, я тебя начала, пусть она отвесит. Чего? Нет, не прошло? И развозмущалась, говорит, что значит прошло? Не прошло. Я, скажи, вся раненая. Ты раненая. Конечно, у меня инвалидность. Я не знаю, как насчет инвалидности, но спишь, я сегодня подошел днем, ногами вверх, даже не проснулась. Скажи, уверена, что никто меня тут не тронет? Да. Лежит все четыре лапы вверх в потолок. Ты же не было этого, я леса очень бдительная лиса. Да, бдительная, ее унеси, она не заметит. Да. Конечно, скажи, а попробуйте открыть в это время клетку. Девочка. Уже беззвучно разговаривает. Достали. Не говорю. Голосовые связки, скажи, на берегу. Выходной у меня. Моя девочка. Ну, уже, наверное, не так беспокоит все-таки. Так это там уже ничего не беспокоит. Да у нее же прошло все, это же остатно-то. Я не думаю, что она вообще... Вот это, когда заживает, последний. Ей просто не нравится, что мы что-то делаем. Подожди, Патрикена, сейчас я тебя уберу там немножко. Принеси сюда воду заодно. Вода у тебя. Сейчас я принесу. Девочки. Девочка моя. Так, поставь, надо, подожди, я сейчас поменяю ее, что-то она уже тут и напачкала. Что ты там пеленки, наверное, там полоскала, Патрикена, в воде в этой? И ты воротник там стирала. Не тяни, не тяни. Очень вкусная водичка. Ты поверь, Патрикена, она вкусная. Сюда. Иди там. Можно. Не хочешь? Не хочет. Стеснительно от камеры отворачивается. Да, стеснительно. Она стесняется. Они тебя не трогают. Меня видят. Только я тебя тут трогаю, да. Только я тебя трогаю. Это никто не посмеет, кроме меня. Никто. Честно, никто не посмеет. Они не будут тебя трогать, обещаю. Все сказала. Как слышно? Что, моя сладкая? Что, моя хорошая? Вот вода. Жгите сами воду. Я буду есть мясо.
это висит. Что там? Все, моя сладкая, все. Ох, говорит. Что такое? Что, моя хорошая? Хозяин, чего? Ругается чем? Назад, говорит, верните. Ну, а что с этого? Подносить будем в клетку, она сама сюда прыгнет. Ну, понятно, это ее дом уже сейчас. Что делать? Можно вместе вылезть, скажите. Иди свои чистые теперь апартаменты. Кто-то там набедил, по-моему. Ну и все. Ой, Павлик, у тебя что делать? Ты сейчас начнешь шепаться. У Павлика там разгром полный. А он тут в себе тут сам порядки наводит. Так он гнездо делает. Он рвет на части, да. Гнездится он у нас уже. Да, Паш, подожди, давай я тебе по чуть-чуть по-другому перегнездю. Там найдешь какие-то? Ну, давай, постелите ногу. Ну, не страшно же. Павлик, давай лишнее уберем. Теперь тут не надо. Тут грязь. Ты уже нападаешь? Да, ай ты, моя хорошая, спать не дадим. Спать, ложись, спи. Ложись, красавица моя, ложись. Отдыхай, устала, целый день работала. Да? Новый дизайн клетки разрабатывала. Да, она молодец. У нас, я смотрю, этих дизайнеров, так, подожди, это большая слишком для него. Нормально, смотри. Это большая слишком для...